Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Hitman Absolution и доходить испытания. Выбираем уровень и вперед. И сегодня мы должны сделать... Начнем с под... Добро пожаловать в Хоуп. Все, поехали. Ничего сложного тут на этот раз не будет. Просто берем, выбираем и поехали. Так, ладно. Давай смотреть, что конкретно от нас требуется. Сбор улик мы... Спичечный коробок из кармана Вейда привел меня в шумный придорожный бар на... Чего? Спичечный коробок. Так, ладно. Да, посмотрим. Сбор улик. Сделали. Хамелеон остался только офицер полиции Хоупа и водитель грузовика. Вышел бал, мы сделали. Окей. Только в костюме также сделали. Так, короче, две одежды нужно найти. Так, улику я могу вычеркивать. Так, дальше что у нас тут? Ну и так мимо проходил, пройдите огненные шары. А все остальное нам нужно выполнять. А именно, светский треп. Переодеваемся в костюм полицейского в туалете. И а потом спокойно доходим до бармена, избегая обнаружения. Окей. Разрядить обстановку. Музыкальный автомат сломан, уровень пройден. Так, это то же самое, что я чудеса ловкость, а туда же какой-то. Включаем щиток в туалете. Выключаем щиток в туалете. Пробираемся через вентиляционную шахту в кладовку. Выходим из нее в главный зал, петляя между слами, сжата клавиши контра, избегая драк, говорим с барменом. Я ли во время массовой драки в баре для атаки выбираем только вышибал, у которых на спине написано штаф. Короче говоря, нужно в любом случае пройти все это. Так, ну. Выбираем, наверное, мента. Так, ну я надеюсь, что тебя никто тут не увидит. Да, тебя и тут и спрятать особо негде. Так, ладно, пошли. Все, переоделись в мента и вперед. Просто проходим таким образом. Так, а от этого есть, да, вот водитель грузовика. Понял, коммент. Блин, а может я тут новенький? Так, давай посмотрим, куда он пойдет. Блин, тут только переодеваться, тут особо негде. Ну, бляха-муха, она в испытание входит. Так, а вот еще один, окей.
Блин, очень как-то светло. Блин, вот я как кажется, понимаю, вот я сейчас забыл сказать, что разрабы, которые делали эту игру, они также делали еще одну игру, от которого вот этот персонаж является главным персонажем. Вот конкретно этот. И, возможно, мы когда-нибудь ее тоже пройдем. Так как говорят, что игра очень-очень норм. Игра норм, но... Не, она просто норм. Очень даже хороша ей. Но только я не знаю, где и когда именно для нее время выбить. Для открытия двери нужна ключ-карта. Интересно, а где можно взять? Это... Я просто... Блин, а где тут можно эту ключ-карту взять? Так, а вот еще один туалет еще. Ладно, признавайтесь уже. Кто из вас лассал мое пиво? Или что? Я не шучу. Так, битву здесь взяли. Трубу взяли. Так, ну... Вариант развития так, чтобы... Ну, допустим, побеседовали. Парикмахерская, ежедневно, ровно в 12. Эй, амиго, как тебе в провинции? Местные не... Да пока нет еще. Перезагружу. Так, бутылку нужно еще подобрать. Несмотря на то, что мы ее брали неоднократно на это. Блин, где найти мне эту? Где найти ключ-карту? Это, наверное, то, что нам нужно находится. А, вот здесь, наверное, будет. Так, пошли сюда. Кстати, здесь на этот раз никого и нету. На этот раз здесь... Никого не поставили. Тут как бы ничего и нету. Так, ладно, пойдем. Бляха-муха, я не знаю как. Зазн...
Обосрался, что ли? Даже здороваться не надо. Странно. Только не пытайся взять меня за. Блин, нет, как бы посложнее будет. Где найти мне странную эту? Ладно, да, попробуем как-нибудь так выйти. Эй, ты чего? Ты шутишь? Ты реально на меня прешься с пушкой в руке? Умереть хочешь? А что, это можно? Я сегодня добрый. Ладно, чего? Хорошо. Я вижу, что ты делаешь, и так не пойдет. Ты же вынужден. Что ж, давайте начинать. Все сюда забежали. Так, это за мной пока. Тоже у меня, да? Вот так вот. Блин, ну просто будем искать, где находится странная карта. А так вам в открытую тоже заходить нельзя. Блин, давай попробуем дернуть. Так, ладно, надо смотреть. Разрядить обстановку. А что дальше нужно сделать? Так, ну там нужно просто петлять. Сначала там тут вот так посмотрим. Может, вот он да найдется. Ёпта. Все, уж убрали. Чемпион. Так, револьверик маленький. Блин, мне нужно найти где-то ключка. Ёпта, на винта поднимает руку.
надо так. Так, у тебя там тоже маленький просто свет. А так, всех уложим. Нужна ключ-карта, вот я ей брать. Я тупо ни у кого найти не могу. Ёпта. И жди кавалерию, ладно? Так, а там что типа взял, да? Да. А вот у твоей попки начнутся тяжелые будни. Ну вот так вот. Всех троих уложил, будете знать. Сами напросились. А так еще будет с ней. Блин, я не знаю, где она находится. Все, обошли, но нихера не нашли. Так, давай еще раз так, таким образом потянем. И пойдемте. Блин, везде обыскались, но... нигде так и не нашли. Нам нужно никого же не трогать, да? А, контур нужно зажать еще. Нужно же зажать контур. Так, ну то, что через вот люк, я понимаю, потому что там я это по-другому не пройду там. Там драку придется организовывать в любом случае. Так,
Идем. Блин. Сбегает драка. Ладно, еще раз. Сортир в другой стороне. Только не описывайся. Так, ну теперь идем. Избегай желтых. Желтых нужно избегать как-то. Ёб, как ты так сумел-то туда переместиться-то? Эй, чувак! Эй, ты! Чего ты так добил? Куда ты опаздываешь? С мамочкиной юбкой? Блин, как подруг... Он тупо перемещается к этому, по скрипту. По скрипту берет, перемещается и все. Я ничего сделать не могу. Вот они сейчас находятся чуть дальше. Процедуру ты уже знаешь. Слушайте, вы же сами все видели. Я стал жертвой обстоятельств. Тот парень на меня кинулся. Ха-ха, насрать. К черту подробности. Ты уже два... Отвали. В табло. О, да. Ну, вот так вот. Блин, к нему тоже нельзя подходить. Блин, вроде менты прижимают тут на даче. Я что, глазки тебе строил? Ладно, давай еще раз. Так, вышли. Идем вот таким маршрутом. Ну что, проходим туда. Сюда. Теперь аккуратненько сюда. Вот так. Нормально все. Все, Али тоже вы выполнили. Да, уровень пройден уже сейчас, уже осталось только. Так, ну-ка. Разрядить обстановку. Так, ну окей. Это мы тоже сделали. Чудеса ловкости. Так, тоже. Так, ладно. Нажимаем переиграть еще раз. Чудеса ловкости, за черт.
Так, а Ли теперь во время массовой драки в баре для в атаки выбираем только вышибалку трог. Так, ну окей. Только вот так, где вот этот кепочек, да, который находится. Или вообще просто взять и пройти вот мимо. И ты будешь первый. Драка в баре, вижу. И тут началась. Так, вот ты, значит. Аккуратненько сюда проходим. Не, подожди, ты нас ни к чему. Драка в бане, да. Так, ну нужно как... Что конкретно от нас требуется, а? Во время драки для атаки выбираем только вышибал. И нужно дойти, короче, да. Блин. Что? А, вот он там. Все, нашел какой-то весь. Так, теперь аккуратненько тут проходим. Тихо, тихо. Штаб не написано. Так, вот у тебя есть. Так, ну и я иду. Цель достигнута. Кстати, штырь. И у тебя тут должен где-то домогав быть. А, вот он. Воткнутый. Ну, здравствуйте. На этот раз нет.
Только вышибал, у которых на спине не написано штаф. Окей. Блин, и... Я что, бутылку опять не подобрал никакую? Ивантус нужно еще где-то найти. Вантус и эту бутылку. Как там написано, должно быть написано? Штаф. А у тебя нихера не штаф. Ты не штаф. Ага, вот они, таких нужно убрать, да? И как я понимаю, то тупо всех. Ладно, первого сняли. Так, а там нужно с другой стороны заходить. Так, ты подождешь. Ушли. Так, теперь ты у нас на втором этаже без штаба, вот ты штаб. Ты у нас не штаб. А там у нас... Там тоже не штаб. Штаб у нас вот тут один стоит. И там один, там вот стоит. Там драка еще и ведется, это не штаб уже. Бляха-муха. Не в ту сторону пошли. Тут нужно знать, в какую сторону идти, вот и в какой момент. Драка в баре, вижу. Так, ну их нужно убить всех, наверное. Так, теперь вот к этому подходим. Быстро он туда уже. Бляха-муха, тут тоже как бы все плохо. Просто уходить, чтобы второй раз тут не начали. Все, молодцы, ближе к столику держимся и все хорошо. Так, тебе вот этого надо. Ближе к столику. Вот это посмотрим, где что.
Так, тут у нас ничего. Аккуратно, аккуратно. Так, вот остаешься ты у нас. Так, ты у нас ни к чему, там тоже ни к чему. Это вот раз остается, да, и тут два остается. Ну, сделай что-нибудь. А, ладно, там таможня, таможня, там есть проходик. Там проходик есть. Так, бутылку возьми. Все, молодцы. И даже то, что мы еще одну уберем, ничего страшного не будет. Пускай. Все нормально. Алит также завершено и... Осталось только там это... Зайти в туалет и посмотреть, может там это какие-нибудь предметы найдем. Так, ладно, спокойно. Процедуру ты уже знаешь. Слушайте, так, ну я только трубу нашел. Я стал жертвой обстоятельств. Тот парень на меня кинулся. Ха-ха, насрать. К черту подробности. Ты уже дважды чуть не сел за ножку и сбивал голову. Но это... Так, здесь ничего нету. Возьми лучше бутылку. Ты у меня за это еще получишь. Я тебе в жопу сапог засуну. Конечно, конечно, сынок. Да, ну ладно, не нашел, не нашел. Все, пошли. Смотрите, что мы сделали и что не нашли. Так, ну идем, это нам нужная тварь разгневать, я не хочу что-то. Мы собирательством предметов тут не занимаемся, как изначально я хотел. Стакан я не нашел, вантус тоже не нашел. Это нужно ходить искать, а ничего-то нет. Главное, что испытание наше сделали, а все остальное как-то нет. Так, ладно, все, теперь едем на подарок Птахи в вооруженный магазин. Она часто говорит. Так, выбрать уровень. И сюда вот. Подарок Птахи. Оружейная лавка. Марокко. Марокко. Сэр, посмотрите на это. Сэр, вам правда надо это увидеть. Что? Это подарок. От осведомителя. Он уже много лет назад сошел со сцены. Позывной Птаха. Мы дали ему позывной Птаха. Тут он. Так, не будем смотреть, просто позда посмотрим это, что от нас требуется. Так. Да. Взять улику. Проникатель есть, только в костюме есть. Девушки бывают разные. Главное не победа, а участие. Итак, что нам нужно? Ну вот три этих. В первом раунде проигрываем Лили, во втором выигрываем, в третьем закрепляем успех, набрав больше 650 очков. Так, ну главное, что
Вот это мы сделали, окей. Что еще? Ну, мы сделали в яблочко. Что-то, что мы победили все-таки. Соревнования по стрельбе пройдены, Это не кража. Никто не умер и сбежал соревнований по стрельбе. Сделан выстрел из пушки какой-то. Так, утиная охота, я помню это. Также сделал выбор оружия. Пройдите миссию. Так, ну и личный арсенал. Так, ну что ж, давай-ка. Начнем с знака убийцы. Нужно 650 очков. А я сколько-то уже, я не помню, сколько набрал. Ну я же сейчас понизил привет, сложность, и мне можно как бы. У меня все хорошо, спасибо. А у тебя? Эй, я сейчас понизил сложности. Друг, мне помощь нужна. Я могу помочь, привет. Я не могу найти патроны для дробовика. Сэр, простите? Сложность понизили, так что сейчас будет легче. Так, где-то можно патрон подобрать. Эй, привет, ковбой. Говорят, ты хотел пострелять? Да-да. Можешь взять любой ствол на твой вкус вон оттуда. Когда выберешь, приходи обратно сюда и мы погрошим. О патронах не беспокойся. Для соревнований не жалко. Стреляй на здоровье. Нормально, да? Стреляй на здоровье. Вот мне бы такое, такое место. Здесь стрелять не жалко. Ну, где тут можно посмотреть? 450. Лилии Магольны 471. Ну что ж, вперед. Сейчас мне как бы это. Призреди. Блин, нужно на это. На дальней дистанции все особо не предназначено. Великолепно.
500. Чувак, ты победил меня в честном бою. Да. Нет, я еще сложность понизил. Так, ну я хочу пойти продолжить. Так, нужно выбрать что-нибудь другое. Возьмем, давай попробуем вот это вот. Нужно 650. Ёпта. Нет, тут нужно это. Эй, чувак! Эй, ты! Чего ты так втопил? Дай мне тогда пистолет. Не нужно бегать, мистер. В этом городе не принято торопиться. Да нет, бляха, муха, просто я тороплюсь, уже скоро ночь уже будет. Вот чего ты тут бегаешь, скажи. Красотища! Погляди, как от нее свет отражается. Лучше прекрати, а то удушу голыми руками, потому что ты у меня в рот здесь сидишь. Может, она и не выглядит прям супер, но когда ты держишь... Выстрелы! Бляха-муха, не разрешили им тут пол портить. Эй, чего ты разбегался? Так, давай попробуем окей вот с этого тогда. Только целиться и не выцелил. Бля, у меня рука спотела. Не, просто дали больше замедления. Друг,
Чем могу помочь, приятель? Ну, я не могу найти патроны для... Давайте еще раз. Вот это совсем другое дело. Блях, муха. Там промахнулся. Десяточку скушу. Ух, 727. Из этих ты умеешь, да? Работать. С этим ты умеешь стрелять. Все, здесь мы закончили. Идем дальше. Так, знак убийцы в яблочко, это бы сделали. Так, дальше что? Давай попробуем найти вот сейчас офицера полиции. Так, ну один находится тут. Из автомата стреляет. Я про них читал. Поверь, нелегко было узнать историю этой парочки. Чиновники, гангстеры, приличные граждане. Кого только они не угробили, эти красавцы. Когда-то они принадлежали киллеру-одиночке.
Блин, а мне рассказать не судьба, что ли? Здравствуйте, сэр! Смотри, знаешь что? Блин, здесь ты еще поглубже, как от него свет отражается. Слыхал? Старина Лени вернулся. От сука! Как было хорошо и тихо без этого пердуна. Ага. Но ничего не поделать. Сунуть ему обрез в жопу и выбить мозги? Ага. Или воткнуть мегафон ему промеж ягодиц. Да, да, боюсь, его тощей жопе это только понравится. Блин. Но он все-таки узнал, да, вот. Интересно, откуда тут... Из каких интересных источников это он это вывел. Какая ты теперь красотка, а? Так, ну мне нужно как-то сейчас не так как-то вытащить. Так, подожди, ты я тут это. Привет, как дела? Нормально. Слушай, хочешь вот так жаться, хоть на свидание пригласи сперва? Лучше не видеть тебя так. Вот Стив второй этот. Да, да, я забыл. Хорош на меня пялится, банчестер. Вам тут делать нечего, мистер. Уходи. Тебе кажутся. Нравится на меня. Если тебе не нравятся гномы, иди отсюда куда подальше. Я не шучу. Не глазю. Будешь и дальше стрелять моих гномов, и между нами возникнет конфликт. Да, да. Да пофиг. Придурок. Драмы. Гномский. Драмы. Дрозди. Драмы. Вообще. Нет. Прикольный персонаж, что-то мне захотелось в эту игру поиграть. Блин, вот тут вопрос только. А где мне униформу-то взять? Так, аккуратненько. Если вот так аккуратненько более-менее. Я пробую вот так вот просто взять и пристрелить. Дерьма. Мне пришлось оторвать.
Ну, как бы, бляха-муха. Я хочу послушать, где оно... Надо дослушать его речи. Блин, я не знаю, как униформу-то утащить. Начнем обезвреживать, ничего хорошего не будет, и этот... Слыхал? Старина Лени вернулся. От сука! Как было хорошо и тихо без этого пердуна. Ага. Но ничего не поделаем. Сунуть ему обрез в жопу и выбить мозги? Ага. Или воткнуть мегафон ему промеж ягодиц. Да, да, боюсь его тощей жопе. Блин, давай попробуем как-нибудь его оттуда отвлечь. На связи. Просто тут кое-что проверю. Прием. Так, два топай. Кто это? А ну выходи, кто бы ты ни был. Привет. Не оказалось ничего особенного. Так что все пучком. Жизнь прекрасна и удивительна. Хе-хе, да. Блин, он издевается, да? Кто здесь? Я все выяснил. Может, она и не выглядит прям супер, но когда ты держишь ее в руках, это... Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Так, теперь нужно понять, как именно это. Так, давай еще раз, я хочу узнать, где эту историю. Где обучали специальных заведениях?
Блин, в этот раз что-то плоховатненько идет. Да, кто-то за это заплатит. Ну чё устроили? Давайте все уже тормозить уже. Успокаивайтесь уже. Да блин, хрэ уже, он тут просто так уже тут лежит. Смотрите внимательно, да что здесь происходит? Да хрэ уже, ты чё же тут? Блин, и долго они так ходить будут из угла в угол, а? Послушайте, сэр, вам нужно очистить территорию. Давайте, идите. Да, бляха-муха. Нашел что-нибудь? Все тихо и спокойно. Ну если тихо и спокойно, то чего вы тут встали-то? Тихо и спокойно, но мы продолжим типа вот так вот ходить из-за угла в угол. Да, слышал, я слышал. Тебе нужно успокоиться. И нечего на мне срываться. Ты не видел здесь столичного придурка? Нормально. В зале отстрела уток послышался выстрел. Это, блин, самое внезапное, что произошло, да? Отсюда, приятель. Для своего же блага. Вперед. Медленно, но верно. Блин, как определить убийцу, а?
У нас целая толпа в магазине уходит. Так что давайте вычислять, кто именно. Ладно, ладно. Давайте еще раз попробуем. Он что, на пожар спешит? Давайте еще раз. Ладно, я готов. Нужна способность только намазывать, работать. Он сейчас будет. Черт, ты победил меня в честном бою. Эй, друг, мне помощь нужна. Чем могу помочь? Приехал я. Я не могу найти патроны для дробовика. Они должны быть сзади, там же, где я стою. Да, я уже глядел, не нашел. Надо же, они сами были. И на складе у нас их точно не осталось. А где его подать? Да нет, чистый рекорд. Такой рекорд я вряд ли уже когда-нибудь побью. В данном заведении. Блин, диалог так мне так и не выдадут, да? А ты что за... По факту вот где-то здесь должно быть. Красотища! Слыхал? Старина Лени вернулся. Ну, он выглядел типа так же. А, нет, где-то вот тут вот.
Там где это вот работает. Так, он сейчас это вернет, окей. По нём посмотрим, где лоб, что-то я его не слышал, что-то. Пойдем послушаем. Возьмем, прибежи. Только не пытайся взять меня за. Черт возьми! Ну что ты, гребан? Ладненько. Супермен спешит на помощь. Как дела? Уж извините. Вы получили код. Окей, давай посмотрим. Что у нас тут есть? Тут есть вот такого, да, вот револьвер девки. Кубки есть. Так, а то я вниз выйду. Еще ничего нету, что ли? Больше. Так, мне вот сюда можно уйти. Подняться. Так, надо, я уже на стрельбище вышел. Тут полноценные эти, да? Так. Ключ-карта требуется, только где взять-то. Так, а снайперскую винтовку нашел. Ходить можно. Хорош на меня пялится, фальчингея. Черт, у нас тут оружие. А теперь стоим на месте. Давай с этим кончать. Я хочу так. Блин. Диалог он выдал. Ладно, что это можно сделать-то? Здорово, как же туха? Эй, друг, мне помощь нужна. Я могу помочь, привет. Ну, я не могу. Так, личный арсенал. Они должны быть сзади, там же, где я стоял. Блин. Я не нашел. Надо же, с утра они были. И на складе у нас их точно не осталось. На прилавке в оружейном лавке. Тихо истратил все на стрельбище. А, все, и вижу. Все. Так, два на окей, два, все, поехали. Не будем сейчас задерживаться, только берем, делаем все, что нужно. Делаем диверсию. Идем туда. Ты там свою раю можешь в этом плане. Я отымею этот щиток, как вчера свою жену. Вперед. Так, идем туда, берем снайперскую винтовку и так, кстати, можно наверху выйти.
Вообще-то я наверху особо ничего такого полезного и нету. Зато вот здесь что-то есть еще. Так, кстати, пушка. Ну-ка. Так, а что мне с ней сделать нужно? Стреляем по фитилю. Нормально. И никто даже внимания не обратил. Так, тебе объедем за снайперской винтовкой. Так, кстати, где у нас бункер? Так, ну-ка, что у вас тут тесты? А бункер как бункер, бензин, тушенка, ультрамакс есть. Получили код. Улику взяли. Что нужно там, это уже не кража. Так, ну окей, я понял тебя. Ну блин, тут этот более-менее красиво тут все обставилось, в особенности стула тут. Стоит, наверное, не до хера просто. Баллоны с газом, да? Вот, блин, нормальный бункер устроил себе. Правда, туалета нету. А, не, во. Зачем, если, зачем туалет, если есть вот такой вот. Хотя, как, блин, немножко расшири и будет тебе туалет уже. Хоть в какую-нибудь сторону. Хоть еще глубже. И туалет тебе будет. Так. И с чем его там нужно, там САУ-44 нужно, да? В первую очередь, победите. САУ-44, но нам нужно найти. Что такое САУ-44? Эй, привет! Блин, а что такое САУ-44? От кого это он так чешет? Красотища! Посмотрите, как от нее свет отражается! Так, это Свис. САУ-44. Так, а я вот из этого как раз и выигрывал. Ну да, отличный арсенал, первый есть. Окей. Ультрамакс, это у нас пулемет. Так, ну пойдемте. Возьмем пулемет еще раз. Пойдем возьмем пулемет. Бляха-муха.
Парень, сортир в другой стороне. Только не обижайся. О, отлично. Эй, как живешь? Туалет не видели. Я, блин, сейчас возьму и все сделаю. Сделаю его с сучонка электрического. Да, да, сделай, пожалуйста. Эта хрень у меня заработает, никуда не денется. Так, что от нас требуется? Ага, блокнот находится там вот в бункере. Нам нужно её забрать, всё-таки. Всё, вот лежи здесь. Так, идём сюда. Так, окей, берем блокнот. Возвращаемся. Так, пулемет у нас тут находится вроде. Вот. Так, ну нам из него нужно как бы. Что сделать? Так, теперь нужно вернуться тем же путем. Так, и вернуться нужно уже вот этим путем. Так, подожди, а где сейф-то? А, сейф у нас где-то вот тут находится. Блин, а где сейф-то? Блин, а здесь-то сейф-то, это что-то я не вижу. Ну, допустим. Что если с другой стороны попробовать? Лучше вам не убегать, особенно если вы совершили что-то противозаконное. Попробуем, будем с этой стороны. Бляха-муха, ключ-карта нужна. Почему он бегает как подстрелен? В этом случае нужна ключ-карта в любом случае. Да ёпта. Эй, чего ты разбегался? Блин, ну нужно как-то аккуратнее всё сделать. Эй, чувак, эй, ты, чего ты так втопил? Всё нужно сделать очень-очень аккуратно. Я это сделаю. Ладно. Ладно, сделаю. Блин, тут сейфа не вижу. Наверху я тоже его не вижу. Получается, в той части будет. Должен находиться, то есть нам нужно как-то тут вот пройти это.
Так, это подобрали, это уходим. И как-то вот здесь мы возвращаемся. Идем. Так как ты маршрутом я уже не вернусь. Хорош на меня пялиться, вонючая фея. Черту. Да, вот он, сейф. Так, и возвращаемся теперь здесь вот. На виду мента. Так, теперь нужно опять отвлечь вот этого. Так, тихо, пускай эй, идет ты, куда нужно. Обожди. Что за дела? Да-да. Пускай идет. Что за дела? Вали нахрен, вот что за дела. Раз. И идем туда. Так, а что, нужно уйти, что ли? Никто, никто не умер, типа. Ничего. Что я не... Бляха-муха. Ладно. Это уже не краж должен был быть. Так, переиграть. И теперь работаем еще раз таки по такому же методу. Сейчас нужно просто сейчас пулемет взять. Я спрошу, сейчас пулемет нужно взять. Эта хрень у меня заработает, никуда не денется. Из пистолета мы попробовали, прошли. Теперь нужно пулемет победить, как я понял. А винтовка снайперская, она же вроде как с одним слотом, да? И и другим слотом идет. Или не хера. Да, да, все красиво. Не устраивает. Сейчас просто возвращаемся. Раздобыли, пошли. Не? Все, я вернулся. Эй, привет. Да. Я вас уже побеждал, уже не только уже на пистолетиках. Я знал, что ты сможешь.
Пей. Не успел там чуть-чуть. Ладно. Да я уже побеждаю. Еще 30 секунд еще есть. А уже 430. Все 54 уже. Лили появился соперник. Черт, ты победил меня в честном бою. На последней стадии испытания нельзя использовать стрельбу на вскидку. Все, вторую часть так же сделали, да? Так. Да, осталось последнее. И на этом все, заканчиваем сегодня. Так, мы пошли, теперь осталось немножечко сделать. На этот раз нельзя вот. Чисто по головам нужно стрелять. Тихо. Ладно. Тихо. Перезаряди. Не знал, что он на такое способен. Я только двоих успел. Но, парни, похоже, к нам явился ас. Тихо, выцеливаем. Аккуратно. Промахнулись чуть-чуть. Яблочко! Так, но они быстрее падают. И не успевают тупо сейчас это. Яблочко!
570. И... Почему не получилось? Не понял, я же победил уже. Так, ну кто-то за ультрамаксимум все-таки победил все-таки. Ну, входит в список. 337. С пулемет пострелял. Блин, почему я проиграл-то? Блин, так не пойдет. Давай еще раз. Перезаряди. Не знал, что он на такое способен. Это мои задатки. Ваши на сотню очков опережают. Если не задатки, то у вас что там тогда? Пять, шесть, семь. Красивая цифра. Блин, почему? Че я не так делаю-то? На последней стадии нельзя есть... Испытание нельзя использовать спаливать стрельбу на скидку. Только замедление дыхания. Для комуха, я что делаю? Сейчас посмотрим. Короче говоря, тут вот оно чем.
Я не знаю, это или разрабы лоханулись, накосипорили. Не, по-другому не может быть. Тут только и только что разрабы накосипорили. Это нужно, чтобы у меня еще катсцена проигралась. Только в этом случае можно. Супермен спешит на помощь. Только в этом. Так, а нам даже ближка-то не нужна. Только в этом случае нам нужно это. Победить. Так, чтобы мы из этой еще и сильнее боли забрали. А не так, чтобы постреляли раз, постреляли два. Нам нужно, чтобы катсцена проиграла. Так, мне не нужно. Ну, так вот это вот нужно. Нам только вот это надо. Так, тихо, ждем этого. Идем. Теперь сюда. Блин, почему он тут дверь не сделает? Чтобы вот сюда сразу выходить. Он тут как бы бункер построил. Будь я на его месте, я тут буду целую систему бы все и вся сделал бы. Тут бункер, тут потом и ходы. Эй, привет, ковбой. Говорят, ты хотел пострелять. Так, ну что, попробуем. Теперь вот таким образом. Продолжай в таком духе и побьешь мой рекорд. Ладно. Нет. Вторая подряд десятка. Великолепно. Триста. Так, вот следующий. А, вон там было. Извините. Следующий уже стрелять все нечем. 590. Черт, ты победил меня.
И... Все, третья часть выполнена. И на этом мы закончим. Еще подарок Птахи мы завершили. Все, давайте, спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.